Общий штат Нефтеюганской окружной клинической больницы насчитывает более 2500 работников. Это люди разных возрастов и специальностей, однако у них одна и та же цель – спасти, вылечить, помочь. Наш труд, труд медицинского персонала, он имеет актуальность не только в формате каких-то подвигов, каких-то достижений и так далее. Это наш ежедневный труд, когда мы оказываем медицинскую помощь, когда спасаем жизни, вот, и, соответственно, тем самым участвуем в оказании медицинской помощи и развитии здравоохранения нашего Нефтеюганского региона. Обязательная часть праздника – награждение. Одним – грамота от Минздрава, другим – благодарственные письма от главы города и областных депутатов. Ежедневно, своим кропотливым трудом, вы дарите людям надежду, возвращаете здоровье и уверенность в себе, спасаете жизни. Низкий вам поклон за преданность Леву. Слава благодарности героям из Красной зоны, которые всю ковидную историю спасали людей. И, конечно же, важно сказать про тех ребят, тех сотрудников медицинской сферы, которые сейчас активно работают на передовой. Ваша профессия не знает выходных, и многие из вас встретят праздник на рабочих местах. Хочу пожелать каждому врачу, фельдшеру, медицинской сестре, младшему персоналу жизненных сил и душевной крепости. Одна из награждаемых – Оксана Григоренко. Уже более 30 лет она работает медсестрой. В профессию пришла по стопам своей бабушки и ни разу не пожалела о своем выборе. Несмотря на непростое направление, кардиология свою работу очень любит. У нас очень особенные пациенты, потому что вот он сейчас со мной сидит, разговаривает, и через минуту может случиться катастрофа. То есть случился инфаркт миокарда, и наша задача – оказать ему своевременную помощь, не допустить летального исхода и, естественно, помочь человеку сохранить свою жизнь и продолжить трудиться на благо нашей Родины. Постареть на любимой работе невозможно. С этой фразой соглашается большинство присутствующих. Годы идут, а ангелы в халатах продолжают гореть своей работой и выполнять привычные действия снова и снова, как в первый раз, с заботой о каждом пациенте. Самое главное, конечно, это помощь людям, пациентам, помощь не только моральная, но и физическая. То есть основная наша задача – это продлить жизнь пациента, чтобы она была качественная, долгая. Хочу пожелать всем здоровья, близким, и чтобы все у всех было хорошо. Свой вклад в поздравления внес и приглашенный творческий коллектив. Для наших медработников подготовили небольшую, но веселую культурную программу. Екатерина Балакина, Рамазан Бруниев, телерадиокомпания «Юганск».